Всем привет, друзья! Это обзор колоды Феникс с красной рубашкой. Вот так у нас выглядит коробочка. Вот так у нас выглядит рубашка карт. Очень красивая, чем-то напоминает Байсикл и Аладдина. Эту колоду я приобрел на сайте kirocards.nethouse.ru. Ссылочка будет вот здесь и в описании. Давайте откроем ее и посмотрим, что же нас ждет внутри. Итак, у нас здесь одна специальная гав-карта, пустая, рекламка, два джокера, которые смотрят в разные стороны, две птицы таких, и теперь сама колода. Давайте разложу ее вот так. В чем особенность этой колоды? У нас все тузы вот такие вот увеличенные, то есть, смотрите, я их вытащу сейчас. И последний вот. Ну и туспик чем-то похож на Bicycle стандарт туза. Вот так у нас выглядит рубашка карт. В принципе, неплохой такой узор. Давайте сделаем ленту, чтобы посмотреть получше. Вот такие у нас веера получаются с ней. В принципе, идеальная замена Bicycle стандарт. То есть она и по цене дешевая колода получается. И по качеству, по сути, то же самое. Не знаю, я пока особо не заметил разницы. Немножко они потоньше, так кажется. Может, я просто привык к Аладдинам, поэтому мне все колоды теперь кажутся тоньше. Хочу поблагодарить магазин Kira Cards за такую классную колоду. Вообще, я эту колоду брал у них под заказ. В наличии у них сейчас нет, но вы можете также заказать, написав администратору магазина. Ссылочка на магазин и на администратора будет в описании. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока!